Якутия войдет в Восточное кольцо России. Туризм в республике будет активно развиваться. Благодаря новому единому маршруту туристы смогут посетить сразу несколько точек Дальнего Востока. Помимо Якутии в маршрут также вошли Приморские и Хабаровские края, Еврейская автономная область, Камчатская и Сахалинская области и другие субъекты федерации, расположенные на Дальнем Востоке. Соглашение об этом было подписано на втором Восточном экономическом форуме. Как было отмечено, претворение идеи в жизнь сложно в плане логистики, но реально при поддержке губернаторов и заинтересованности туроператоров. Все губернаторы Дальнего Востока подписали соглашение по созданию туристического кольца «Восток» с Министерством культуры Российской Федерации, агентством по туризму, для того, чтобы привлечь внимание особенно иностранных туристов к субъектам Дальнего Востока. Этот проект тоже очень такой привлекательный и имеет очень хорошую перспективу.